Задача 27603. Найдите периметр прямоугольника, если его площадь равна 18, и отношение соседних сторон равно 1 к 2. Запишем отношение соседних сторон AD, как меньшая сторона, относится к большей стороне AB, как 1 к 2. Откуда можно найти выражение для AB? То есть отсюда получается, что AB равно 2AD. По свойству пропорции перемножим. Произведение крайних равно произведению средних. И получим, что AB равно 2AD. Обозначим AD через X. То есть пусть AD равно X. Тогда AB в два раза больше, чем AD. То есть вот из этого равенства следует, что AB тогда будет равно 2X. AB равно 2AD, вместо AD подставляем X, получается 2X. То есть получается AB равно 2X. Теперь будем использовать то, что нам дано. Нам дана площадь прямоугольника. Площадь прямоугольника ABCD равна произведению AD на AB. AD умножить на AB. Подставляем вместо AD X, вместо AB 2X. Получаем 2x квадрат. И теперь приравниваем к тому, чему она равна. По условию задачи площадь равна 18. Это значит, получается 2x квадрат. Это и есть площадь, которую мы сейчас нашли. Мы приравниваем к тому, чему она равна. А она по условию задачи равна 18. Получается равно 18. Откуда? Делим обе части на 2. Получаем x квадрат равен 9. Откуда x равен плюс-минус корень из 9? Это плюс-минус 3. То есть получается, извлекаем корень слева, корень справа. Получается x равен плюс-минус корень из 9, корень квадратный из 9. А это значит получается плюс-минус 3. То есть x получается равен плюс-минус 3. Но отрицательная сторона быть не может. Значит мы берем x равное 3. Нас устраивает только когда x равен 3. X мы нашли. Теперь выразим то, что нам нужно через этот x. Нам нужно найти периметр прямоугольника. Периметр прямоугольника. Периметр это сумма всех длин сторон. То есть периметр прямоугольника ABCD равен. Это сумма длин всех сторон. Это получается AD плюс BC и AB плюс DC. То есть получается, поскольку стороны AD и BC равны и AB и DC равны, это значит надо сложить две соседние стороны и умножить на 2. Сложить две соседних и умножить на 2. Это и есть периметр. Получается, умножаем на 2 и складываем две соседних. То есть AD плюс AB. А AD это X, AB это 2X. Получается тогда 2 умножить на X плюс 2X. Раскрываем, да, складываем в скобках X плюс 2X. Это будет 3X. Да еще умножить на 2. Получается 6X. Таким образом, период равен 6х. И теперь нам остается только подставить вместо х число 3. Это и будет периметр. То есть подставляем. В итоге у нас с вами получается периметр. Периметр равен 6х. Равно, подставляем 6 умножить на 3. Получается 18. И теперь нам осталось только в ответ записать число 18. Пишем ответ. Ответ 18. То есть периметр равен 18. Задача решена.